Get down. One, two, three, four. Let me scream if you want some more. Like, push it, push it. Watch me work it. I'm perfect. One, two, three, four. Let me scream if you want some more. Like, push it, push it. Watch me work it. I'm perfect. Push it, push it. I'm perfect. Push it, push it. Всем привет! Вы на канале «Мы из Эстонии». Мы сейчас находимся в России, в Курской области. Приехали отдыхать на турбазу «Песчаный». Проезд на этот пляж платный, 300 рублей. Здесь пляж оборудован беседками. На самом деле это просто песчаный карьер, залитый водой. Сюда люди приезжают отдыхать. По внешнему виду напоминает Чудское озеро. Но несмотря на то, что место платное, сюда заезд платный, здесь, я не знаю, здесь, наверное, практически никто ничего не убирает, грязно, разбросаны банки, бутылки, места от костра оставлены ужасные, тут всякие кострища, и вот посмотрите туда, если это платное место, убирайте, пожалуйста, мусор после людей или люди, чтобы сами убирали, я не знаю, ну такой срач оставлять. Если в Эстонии организованы такого плана места, они всегда оснащены мусорными контейнерами, люди всегда за собой убирают, и такой грязищи нет никогда. В России людям надо поучиться порядку и убирайте за собой. Просто когда вы приехали на природу, погуляли, отдохнули, соберите все в пакет. Увезите в город, если нет контейнеров здесь. Другим будет приятнее просто приезжать. И вам будет в следующий раз. Вы уберете, другие люди уберут. И вы приедете уже на чистое место, и вам будет приятно. И другим людям тоже. Чтобы не было таких вот грязных мест, некрасивых, я бы организаторам этого места, администраторам посоветовал бы поставить сюда просто мангалы. Обычные мангалы сварить, вкопать землю. И люди, чтобы в них сразу жарили мясо, и будет все чисто, культурно, красиво. Вокруг леса, вы пилите лес, привезите, сложите сюда стопками дрова, чтобы люди, приехавшие люди, могли просто взять эти дрова и сделать себе шашлык там. Чтобы они не ходили, не ломали, не пилили деревья там, сами. Вот такой вот совет организаторам, администраторам этого места. Раз вы берете деньги, сделайте вы все культурно, чтобы было приятно здесь отдыхать людям.